летать к звездам, познавать тайны Вселенной. Это ли не одно из величайших дел человека? Сегодня мы лишь видим далекие миры, завтра мы будем там. Но в старом фильме «Аэлита», снятом вскоре после гражданской войны и разрухи, мы мечтали уже о ракете. Именно о ракете. Впервые в истории изготовленное руками человека небесное тело вышло на околоземную орбиту. Триумф инженерного гения. Величественная сказка. Успешные полеты спутников поставили новую задачу – осуществить полет человека. О космосе тогда еще знали мало. Поэтому первыми пассажирами спутников стали животные. Лайка. Несколько дней радиосигналы передавали биение ее сердца. Она жила вне Земли, но тогда еще не был возможен возврат оттуда. Шаг за шагом они движутся к намеченной цели. Объединенный фронт науки и техники готовил новое наступление. Кто не любит качели? Нет, он, кажется, не полетит. Вам надо теперь поспать. Сон – лучшее лекарство. Этот худощавый человек через несколько минут будет весить четверть тонны. Вот две обыкновенные резиновые перчатки. Одну я кладу на солнце, а другую в тени. И вот что стало. Все последние годы мы жили предчувствием великого космического полета. Мы спрашивали у себя, скоро ли, когда же, когда... Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Сейчас до старта остаются считанные минуты. Как бы хотелось вас всех обнять! Земля, я космонавт. Проверку связи закончил. Самочувствие хорошее, к старту готов. Подъем.
Все работает отлично. Космонавт, наблюдаю Землю, различаю складки местности, лес, реки, облака, облака кучевые, кругом все красиво, красота. Красиво! Ваша кожа была тоньше. Непонятное явление. Теперь мне пора домой, на землю. И вот свершилось. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Первый в мире космический полет совершен. Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Впервые в истории человек с планеты Земля вырвался в космические выси и совершил первый беспримерный рейс. Гагарин, космос, Советский Союз. Мы привыкли к тому, что небо имеет голубой цвет. Мы воспеваем это небо в своих песнях, этот цвет неба в стихах. Но в космосе небо имеет совершенно другой, непривычный для нас цвет, черный цвет. Может быть, даже когда будем летать в другие звездные миры, в это время нам понравится больше, чем голубой и черный цвет неба, так как мы привыкнем к нему.
Первый космонавт, брат ваш, он такой же, как ты. Я обыкновенный русский человек. Он твой соотечественник. Таких у нас в Союзе очень много. Но и ты гордишься им. И ты. Пусть мы по-разному живем и по-разному думаем. Пусть небо представляется ему не таким, каким видит она. Но есть мечты всего человечества. О мире и счастье для всех. О том, что наши дети полетят к звездам с планеты, забывшей о войнах, насилии, угнетении. Советские женщины и впредь будут на передовых рубежах коммунистического строительства. The world's first woman in space, Валентина Николаева Терешкова. Идет женщина, первая в мире, поднявшаяся в небо. А вот это произведение девушки-космонавта. Луна впечатления. Когда мы пришли на Луну, никто не встречал нас, никто не испугался. Мы застали безразличное ко всему мертвое царство, сказочное царство теней, мир вечной тишины. Вы считаете этот мир уныло-бесцветным? Неверно. Обычно здесь солнце проходит по небу мимо Земли. Но сегодня оно решило спрятаться. И Земля стала чудесным красным кольцом. Багровый свет залил спящее царство. Мы попробовали в этот момент разбудить его. В Союзе впервые в истории осуществлен выход человека из корабля в космическое пространство. Пилотирует корабль Павел Беляев. Вышел из корабля Алексей Леонов. Человек в межпланетном пространстве. И он живет, работает, улыбается. Смелый и важный шаг совершен по пути к Луне. И первыми совершили его советские люди. Пройдут десятилетия. На Луну полетят уже не герои-разведчики, а сотни, тысячи рядовых самоотверженных тружеников. Я представляю себе мрачный кратер. Черный-черный. Вот такой. И в эту адскую пропасть спускаются люди на чудо-машине. Лунник унес вечной спутнице Земли первый подарок. Советский вымпел. Советская наука на этом не остановится, и мы будем продвигаться дальше и дальше. Вместе с нашими новыми друзьями-космонавтами мы мечтаем о будущем Луны. Человек внедрится в толщу Луны, как семя в почву, а потом поднимется, как упругий росток. Поднимется и начнет свое великое наступление на лунную целину.
Его влечет сюда жажда знаний. Но человек нежное, оранжерейное существо. Человек разведет зелень в оранжереях среди мертвых скал. Это даст людям витаминную пищу. Сырье для химии? Витамины, сырье. На Луне вам подарят цветы. Смотрите. I'd like to know what you feel as far as the responsibilities of representing mankind on this trip. That's relatively difficult to answer. It's a job that we collectively said that was possible and we could do. And of course, the nation itself is backing us. So we just sincerely hope that we measure up to that. Perhaps 50 years from now or more, when people think of the past, they will look at the pictures from last night. But without waiting that long, here is a shortened and edited version of last night's romantic and technical history. On July 20th, 1969, man went to the moon. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Эти кадры сняты накануне старта на космодроме Байконур. Это место часто называют звездным причалом. Отсюда в космос и в бессмертие ушел Юрий Гагарин. Юрий Романенко, командир Союза 38, и космонавт-исследователь, гражданин Республики Куба, Арнальдо Тамайо Мендес. Юрию и Арнальдо требовалось не только досконально изучить насыщенную программу предстоящего полета, но и физически подготовиться ко всем тяготам космического путешествия. Но главное условие успеха – создание экипажа, работающего в едином ритме, объединенного единой волей и просто дружеской человеческой симпатией. Настал день, когда два летчика, два коммуниста могли сказать: «Мы готовы выполнить ответственное задание своей Родины». Я хотел бы сказать, что испытываю сейчас огромное удовлетворение, что мне выпала честь быть первым латиноамериканским космонавтом. Товарищ председатель Государственной комиссии, советско-кубинский экипаж космического корабля «Союз-38» к полету готов. Космонавт исследователь Республика Куба, подполковник Тамайо Мендес. Спасибо. Пуск. Пуск. Зажигание. Предварительное. Промежуточное. Главное, подъем. Поехали, поехали. До встречи на Земле. Двигатели работают устойчиво. И вот небольшая раскачка, вибрации, все идет как обычно. Хорошее касание, нежное. Очень аккуратненько В этом странном мире без верха и низа надо было научиться выращивать полупроводниковые кристаллы. Из охлажденных паров огненной магмы выросли чудесные кристаллы. Фотографировать различные участки планеты, грамотно провести серию геофизических и медико-биологических экспериментов. Меня лично очень огорчил лунный грунт. Дорогие товарищи,
Сегодня мы приветствуем космонавта и гражданина Республики Куба Арнальда Тамая Мендеса. Свой полет я хотел бы посвятить детям. Это наше будущее. Пусть хорошо учатся и будут настоящими революционерами, чтобы продолжить дело борцов за свободу, за лучшую жизнь на Земле. Друзья, что, на мой взгляд, самое ценное на Луне?